начинаем. Скажи, здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, дорогие товарищи. Садоводы. Садоводы. Вот. Все, дальше я буду говорить. Так, здоровенькие буглы, мои шановные друзья. Почему я сегодня здороваюсь по-украински? Среди наших участников все больше украинцев. Я этому рад. Так, начинаем работать. Значит, смотрите сюда. Тема большая, серьезная. Виноваты вы. Тема у нас абрикосовая. Но получилось так, что я обещал ответить на самые важные вопросы, а после предыдущего, между семинарами. Так, выбрал не все. Но такие, которые имеют отношение к абрикосам, и вообще очень важные. Вот. Это вы виноваты. Вопросы, я боюсь, что половина вебинара уйдет на ответы. Но потом также по абрикосам. Не успею, еще будет, продолжим абрикосы. В следующую субботу ты можешь хватит зевать. И потом, когда закончится отведенное время, как говорится, Шахерезада прекратила дозволенные речи, пойдут речи недозволенные. Мы будем с вами уже как бы обратную связь. Свежие вопросы, я отвечаю хотя бы на некоторые из них. Время пролетит незаметно.